Сегодня в Китае день холостяка. Одиночество символизирует 4 единицы в дате, 11 число 11 месяца. А благодаря компании Alibaba, устраивающей ежегодные мега-распродажи на своей онлайн-площадке Taobao, этот день стал международным праздником шопинга. В этот день подавляющее большинство интернет-магазинов на Taobao делают огромные скидки на свои товары. Как и на Новый год, справляющие день холостяка гуляют всю ночь напролет, ведь желающих приобрести качественную продукцию по бросовой цене немало. Уже с 11 вечера онлайн-покупатели караулят заветную полночь, когда медлить уже нельзя, ведь нужный товар могут увести из-под носа. Вот как события разворачивались прошедшей ночью. Первый миллиард юаней потратили за минуту 12 секунд. За первые 12 минут 11 ноября объем продаж на площадке превысил 10 миллиардов юаней. Это более полутора миллиардов долларов США. Для сравнения, год назад для достижения этой цифры потребовалось 38 минут. Уровня в 20 миллиардов юаней полуношники достигли на 34-й минуте. Также рекордные показатели продемонстрировали и другие онлайн-площадки Цзиньдун и Сунин.